Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Для всей Великобритании это огромная трагедия. Она была олицетворением страны. Невероятный стиль, шляпки, скачки, собаки, ее вежливый и немного шаловливый нрав и многое другое. «Все это стало отражением всей Британии, ее символом», — сказала Ольга. Жительница Британии сообщила, что как только появилась информация об ухудшении здоровья королевы, у Букингемского дворца стали собираться англичане. А когда появилось сообщение о смерти Елизаветы II, у ворот дворца собрался почти весь Лондон. Множество людей, несмотря на дождь, стояли у Букингемского дворца. «В стране объявлен траур на 10 дней», — добавила она. Также Ольга рассказала, что среди англичан популярно мнение, что Елизавета II была самой любимой королевой нации. «Это самая любимая королева за всю историю государства. Так, по крайней мере, говорят местные историки», – заключила она. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.